сказка рядом. В этом убедились волокжане, которые пришли на площадь Революции и встречали необычный кортеж в сопровождении сказочных героев. Семерка автомобилей во главе с кабриолета 80-х годов. В нем в Вологду приехали главные волшебники страны – российский Дед Мороз и Снегурочка. Друзья мои, город ваш не случайно называется сказочной новогодней столицей русского севера, потому что отсюда начинаются безграничные просторы добра. Приехали мы поздравить ваш славный город с его подготовкой к Новому году. Как украшена Вологда! Какая же она красавица! Чтобы город стал еще красивее, волшебник вместе с волокжанами с помощью волшебного заклинания оживил елку. Ну-ка, елка! Раз, два, три! Светом сказочным гори! Новогодняя красавица засверкала десятками огней. Так в Вологде стартовал проект «Рождественская сказка». Гуляния продлятся до 7 января. Дорогие друзья, если такие гости к нам приехали, значит праздник начался. Дедушка сам всегда дарит подарки, а сегодня волокжане подарят ему подарок. Снегурочка увезет с собой в Кострому уникальную нетающую снежинку с 24 стразами Сваровски. А в резиденции Деда Мороза теперь будет жить маламут. Волшебники тоже не остались в долгу. С их приездом в областную столицу пришел снег, а костромская Снегурочка подарила еще больше новогоднего настроения своей волшебной песней. Дед Мороз уже несколько лет вместе с волокжанами водит новогодние хороводы. А вот его внучка впервые приехала в Вологду. Очень-очень впечатлена добротой и приветливостью ваших людей, уютом вашего города. И, конечно, если пригласите, вернусь снова. Новогодние огни на площади, новогодние танцы и песни от творческих коллективов города. Такое волшебство не оставило равнодушным никого из волокжан. Наш Великоустюгский очень понравился, Дедушка Мороз. И Снегурочка Костромская тоже понравилась. Пришла сюда на елку, поэтому настроение поднялось. Я и прошлого смотрела, и нынче хорош. Хорош, свита его хорошая. Только праздник начинается. С семьей в Вологде. Это же как бы праздник семейный получается. В Кремлевском саду там разные будут как бы увеселительные мероприятия. То есть планируем посетить. В течение новогодних праздников до 7 января волокжан и гостей города ждет насыщенная праздничная программа. Рождественская сказка в Вологде – это исторические реконструкции, фестиваль вертепных театров, шоу каскадеров, спортивные праздники, гастрономические мастер-классы, вечерние концертные программы и русские народные гуляния. Будет что посмотреть и попробовать. А те, кто посетит торжества вместе с гостями из других городов, сделает яркие фотографии и примет участие в фотоконкурсе «Гостеприимная семья», имеет возможность выиграть телевизор. Подсказкой станет интерактивная карта, на которую нанесены все события рождественской сказки, которая уже признана национальным событием России. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, Вологда РФ.